что ж, здравствуйте, ребята! Скажите мне, пожалуйста, а вы когда-нибудь были в волшебной стране чудес? Снегурочка, Дед Мороз и другие сказочные персонажи собрались в стенах Самарской областной юношеской библиотеки. Сегодня у них проходит Рождество с друзьями. Праздник – повод, чтобы все вместе собраться и весело провести время. Из города Самары, из разных мест приехали дети вместе со своими родителями, педагогами, педагогами-воспитателями. Они показали нам свою сплоченность, показали, как ждут они Рождество. Особые гости на празднике – вот эти две милые овчарки. Пес Соломон отдыхает словно царь. Его подруга Фанхил Хаус Ханна на празднике отдыхать не привыкла. Она с любопытством рассматривает гостей и немного волнуется. Ей с Соломоном предстоит сегодня впервые танцевать перед зрителями. Номер с собаками и детьми готовили полгода. Хозяйка собак Наталья Хмарская занимается канистерапией, проводит лечебные занятия вместе с собаками. И эти овчарки – настоящие терапевты. Они только выглядят грозно, но в душе истинные добряки. Собаки специально для канистерапии готовятся, отбираются. То есть эта собака должна быть с нервной системой, с устойчивой. У нее не должно быть агрессии. Да, есть специальные тесты разработанные, на которых проверяется, может ли собака стать собакой-терапевтом или не может. Впервые на сцене сегодня выступали не только овчарки, но и главный герой волшебной страны, в которую ребята отправились. Эти герои – обычные студенты, которые в свободное от учебы время работают волонтерами. Нас зовут помочь, и мы никогда не отказываем, потому что это наше все. Мы живем волонтерской деятельностью, и мы это достаточно, так скажем, любим. В этот день многие из собравшихся в библиотеке встретились впервые, но уже за считанные минуты все они стали друзьями. В списке друзей – волонтеры, студенты, ученики Самарской школы искусств, ученики школ-интернатов, воспитанники социально-реабилитационного центра подросток, дети-инвалиды. Здесь собрались здоровые ребята и те, у кого есть ограничения в здоровье. Но в этот день все они были одной большой командой, участниками одного общего праздника. И лучший подарок на нем – радость и улыбки от происходящего. Внедряется в библиотеку инклюзия. Это когда инвалиды вместе с обычными школьниками принимают участие в наших мероприятиях. Мы всегда рады тем, кто к нам приходит, кто хочет помочь тем детям, с которыми мы работаем.